Так, друзья, привет. Случайным или не случайным образом оказались мы в Кирилловке на Федотовой косе и попали тут в интересное место, которое хотели бы еще не раз посетить. Конечно. А вот, и вам хотим порекомендовать, если вы выбрали отдых в Украине, то, пожалуйста, обратите внимание на это место. Сейчас мы вам просто покажем, что это. В Украине на Азовском море, заметьте. Идем вперед, потому что фишка этого заведения находится там поближе к морю. А также тут есть номера четырехместные, трехместные, двухместные на любой состав семьи, с которого вы приедете. То ли это будут друзья, то ли ваши коллеги. Поэтому мы выбрали первый банкопад. А вот, друзья, собственно, и сердце этого заведения, потому что здесь проходит, ну, я, как по мне, я еду всегда отдыхать в гастроту. Так вот, фишкой этого заведения является то, что здесь питание включено в стоимость проживания. А какое питание? Это не простые, как тут говорят, комплексные обеды. Здесь 14 комплексов. Кроме этого, есть расширенный список всяких блюд, которые вы можете дополнительно заказать, там вполне за адекватные деньги. Цены очень лояльные. Друзья, смотрите, вот это комплексы, о которых я вам говорил. Завтраки, обеды, ужины. То, что входит в стоимость проживания. А вот это отдельно. Напитки, еще еда. Друзья, каждый день блюда с мангала входят даже в базовые комплексы питания. Друзья, теперь перемещаемся от нашего кафе к морю. Море, чтобы вы понимали, 50 метров. Ты сам, дружище. Не базарь, так я не тебе говорю. Не базарь, так показывай. Можешь танцевать. Я подошел, представился, сказал, что уснул на ранее. Что еще не так? Такой мусор. Кто ты такой? Может ты... Не базарь, понял? Мыша Галина. Если в деле водос, будет заместить закос. Эй, мусор, лови разнос. У мусоров попадос. Если в деле водос, будет заместить закос. Эй, мусор, лови разнос. Мусоры, готовьте ксивы. Сейчас вас будут здесь учить красиво. Эй, чё ты встал сюда, смотри, водос начинает. Раз, два, три. Это тебе не шутки, смотри, здесь стая. Будут копы нагнуты, как проститутки. Арифметика простая. Эй, копчик, береги свой копчик. Чё паник, спусти ручник. Кончик. Пусть ты просто полицейский или... Доброе утро. Полиция. Да не может быть такого. Прямо. Посмотрите, пожалуйста. Ваше посвечение. Кого? Ваше службовое посвечение. Пожалуйста. Ремень безопасности забывайте пристегиваться. Был пристегнутый. Был пристегнут, да? Конечно. Давай. Я говорю, покажи мне посвечение. Кого покажи? Я говорю, покажи мне посвечение. Уважайте меня, разговаривайте, пожалуйста. Уберите меня. Выполни закон о полиции, 18 статью, пункт 3. Я говорю, покажи мне. Уберите, пожалуйста. Я говорю, покажи. 34. Выписывай постановление. Сможешь? Ты сможешь выписать постановление? Обязательно. Ты докажешь? Кого? Кого? Показывай. Кого показывай. А что вы так себя ведете, уважаемый? Что у вас случилось? Службовое посвящение. Пожалуйста. Посвечено. Пожалуйста. До полного ознаёмлен. Кого? До полного ознаёмлен. Ты что, задрачиваешь или что? А чё вы так разговариваете? Чё вы так себя приведёте? Как ты начал себя вести, так смотрите, я и веду.
А что мне перед вами, станцевать или что? Можешь станцевать. Я подошел, представился, сказал, что у вас номера нет, уважаемый. Что еще не так? Ты мне сперва покажи, покажи свои службовые посвечения, а не ID-карту. Пожалуйста. Какое ты ID-карту? Будешь... О чем разговаривать? Это службовое посвечение? Это службовое. А ну покажи мне, что полиция. Это службовое посвечение. Полиция. Вы снимите госномер с присутствующего лица. Да это ты снимешь какого? Я говорю, покажи. Выполни. Камеру берите, я покажу. Выполни закон о полиции, 18 статью, пункт 3. Я говорю, выполни. Снимать его не надо. Кто тебе такое сказал? 34 статью Конституции Украины читал? Читал, я все читал. А ну, что там написано, прочитай. Любым удобным способом. А вы бы правила читали? Какой? 31 за госномер, не? 31? Да, 30, а не 29В? 30.1. А ну прочитай его. Что 29В? А при чем здесь 29В? Ты правила знаешь вообще? Конечно, четко знаю. Ты уверен, что уверен, ты знаешь? Да. Ну давай попробуешь выписать постановление. Ты будешь показывать? Конечно. Показывай. Камеру убирайте. Не буду. Че? Ну потому что я так захотел. Но в прямом. Где ваш госномер уже? Когда ты будешь рассматривать дело, я тебе объясню, где госномер. Ну. Что вы тут людей кошмарите? В смысле? В прямом. Госномер ваш где, говорю, кошмарите? Да это ты потом будешь мне рассказывать, где мой госномер. У тебя есть данные фактически, что у меня нету госномера? Ну, а это что перед вами? Что это у меня? Ну. Автомобиль американского вида. И что? Ничего. И что? Ну, по украинским стандартам должен госномер здесь стоять. И по каким украинским стандартам? Ты знаешь ГОСТы? А вы знаете? А чего вы так разговариваете? Чего вы да потому что ты не что? Показываешь. Я да не знаю, мусор ты, не мусор. Да мусор ты сам, дружище. Не базарь так, я не тебе базарь. Говорю. Я говорю, не базарь так, показывай. Показывай. Камеру убери. Я говорю, показывай службовую посвечение. Что ты так разговариваешь? Что ведешь себя там? Что хамишь? За что ты меня остановил? За отсутствие основания. Рассматривай камеру дело. Туда направь. Рассматривай дело, говорю. Водительское, пожалуйста, регистрационное. Нету. Что нету? Что нету? А что нет? Не хочу. А что себе так позволяешь? Ну потому что я так решил. А кто ты такой, что так решил? Ну потому что я так решил. А ты будешь показывать? Конечно буду. Показывай, пожалуйста, посвечивай. Пожалуйста. Снимать не слышишь, надо. Слышишь, будешь дома так тыкать, кого? Понял? А тут ты выполняешь закон о полиции. Да не базарь, хорошо. Так я тебе так говорю, блядь. На лохов так. Будешь так играть, понял? Ну, так я и играю. На кого ваше ты водительское, пожалуйста. Нету. Пожалуйста. Нету. А что нету? Ну, потому что я его с собой не вожу. Зачем оно мне нужно? Ну как? Ну, ты ж видишь, как ты показываешь посвечение. Ну. ID-карту я свою. Я вас не снимаю, я ж по-человечески разговариваю. Нормально, правильно? Да тебе запрещено меня фиксировать, понимаешь? На свой служебный, на свой мобильный телефон, даже если ты захочешь. Тебя можно трахнуть, блядь, в суде кого? За это, да понимаешь? Это вас можно так сделать. Попробуй. Кого? Ну, попробуй. А мне это неприятно, уважаемый. Ну так выполни, чтобы я понимал, с кем я разговариваю. Кто ты такой? Владимир Степанович, Тарасик, покажи. Фамилия, пожалуйста. Вот, пожалуйста, смотрите. Я говорю, покажи. Ты, да не вот, тыкай вот, мне вот, в лицо. Вот, ну, я надо, говорю, снимать, покажи. Его. Снимать его не надо. Выполни закон о полиции, 18 ну, статью, пункт 3. Я вам показываю. Вы отказываете. Я не могу с ним ознакомиться, ты меня слышишь или ну, нет? Что вы мне хамите, уважаемый? Кто тебе сказал, что я тебя нахамил? Ну, что вы так разговариваете? Таким... Это тебе нельзя мне хамить. 1.79, ты знаешь такое? Кого? Кого? А вы знаете, что вообще говорите? 1.79, инструкция. Ты знаешь такую? Ну, а перед что этим вы что сказали? Этика полицейского. Ну, да я соблюдаю этику, а вы этику где человека ты? Что ты мне вот так вот тыкаешь? Кого? Что ты мне тыкаешь? Кого? Кого, кого? Вы покажи. Хотите ознакомиться, давай. Снимать не надо удостоверение, пожалуйста. Вот оно перед вами. Где? Что это за говно у тебя? Ну, это у вас в руках, то, что вы держите, то, что вы называете. Что у меня? Шо, давай, шо. Показывай. Кого давай? Я говорю, покажи службовое посвечение, службовое. Взял, вот так показал, я зафиксировал и делаю все, что хочу. Снимаю, не снимаю. В смысле, делаю, что хочу? Что у тебя футболка грязная? Что ты ходишь уважаемый. Как черт? Да не надо меня снимать, не надо мне хамить. Слышишь, хорошо. Ты, блядь, руки убери. Хамить мне не надо. Ты, говорю, руки не убери. Надо. Ругаться не надо, хорошо. Ты мне сейчас сделаешь очередной контент. Кого? Сделаешь. Узнаешь, кого ты сделаешь. Кого, что узнаешь? Не надо мне это рассказывать, хорошо. Службовое посвечение. Говорю, камеру уберите. Я говорю, службовое посвечение. Взял, выполнил. Возьми, бери камеру, пожалуйста, возьми все. Службовое посвечение. Вот оно перед вами, вот, пожалуйста. Да, я ознакомлюсь кому? Нормальным способом. Да не дам я вам его в руки, не дам. Я говорю, кто ты такой, мусор? Кто ты такой? Чего вы себя так ведете? Может, ты форму украл? Кого? Может же быть такое? Кого? И ходишь тут, не хочешь показывать ничего.
исполняю закон о полиции, 18 статью, пункт 3. Я вам предъявляю, снимать не надо. Покажи, где это написано, что мне нельзя снимать? Кого? А где это написано, что 34-я можно? Статья Конституции Украины, 19-я статья Конституции Украины. Где написано, что можно? Я тебе уже сказал, 34-я статья Конституции Украины. Ну и что там написано? Любым удобным для меня способом. Что? Я могу ознакомиться с твоими... посвечениями. А что, мне запрещено или что? А что, можно? А что, запрещено? А ну, сошлись на норму закона. Кого? Чего вы себя так ведете? Ну, ты же подошел ко мне, даже не представился. А что, кто вам сказал, что не представился? Я тебе говорю. А я вам говорю, что представился. Я говорю, нет. А я говорю, что да. У меня есть обратное сведение. У меня есть видео. И с что? Трех камер. И что? Ничего. И что? А видео то, что у вас номер отсутствует, нету, не? Ты потом будешь осматривать дело, докажешь, что он у меня отсутствовал. Все, вопросов так, не а что будет. Доказывать? Ну, его нету на месте. За что вас и остановили? А ты уверен, что он должен тут быть? Конечно, уверен. Уверен? Конечно. Чем ты уверен? Можно ваше службовое посвечение? Да, конечно. Будьте так любезны. Да, разницу чувствуешь пока, да, как я общаюсь? Нормально, вот пока. Ну, нормально. Как он будет себя так вести, как ты? Буду, я естественно, вам предъявляю. Ну, на камеру снимать. Я говорю, надо. Мне это не запрещено. Если вы готовы кого-то другого разводить, нет, так, разводь. А ну, не давайте запрещено, вы. Вам не запрещено, но мы можем... Не показывать на видео. Вы будете нарушать закон о полиции 18 статью пункт 3? Мы можем предоставить вам, но не на видео. Агарков Андрей Володимирович. Все, я вам очень благодарен. Понимаете, спасибо вам большое. На видео, смотрите, я могу на видео не предоставлять. Смотрите, вам лично, смотрите, я пожалуйста, я вам объясняю. Дома это можно все делать, не, или у друзей. Я вам объясняю. Есть закон о полиции, 18 статья, да, пункт 3. Вы ее должны выполнить. Там не указано, вы что... Вы должны держать удобным, ну, я фиксирую удобным для меня способом. У меня с памятью плохо, может, у меня зрение плохое, понимаете? Вот для этого написана 18 статья, пункт 3, 34 статья Конституции Украины. А ваш, понятно, вот этот, а ваш вот этот вот мусор, он не хочет, понимаете? Показывает тебе. Себя посмотрите, хорошо. Ну, принимай меры. Кого? Принимай меры. Какие меры? Ну, я же тебя там оскорбляю. Ну. Оскорбляю? Ну. Принимай меры. Ну. Что ты мне нукаешь постоянно? Я говорю, покажи службовое посвечение. Что вы себя так ведете? Объясните, пожалуйста. Ну вот мне не нравится, когда ко мне мусора подходят, знаешь, и одевают формы и начинают бычку включать. Да никто ничего не включает. Ну так взял, показал и все. Взял, показал и все. А что там? Да, блядь, да, ну, я посмотрю. Да не хочу я на видеокамеру. Я говорю, покажи, мусорила ты, алимы, блядь. Что ты мне шикаешь? Что так разговариваешь? Потому что я так хочу. Да, дома будете так хотеть. Скажите ему, пожалуйста, пусть он покажет. Пожалуйста. Ну, я же вам говорю, что... Но я все равно, я все равно своего добьюсь. Кого? Но я все равно значит, добьюсь. Что надо ругаться? Чего ты добьюсь? Да. Чего вы добьетесь? Того, что... статуту, за то, что ты не выполнил закон о полиции 18 статью. И что? Ничего. Что он, ничего? Плачите, за что остановили? Так какая вам разница? Гласите, за что остановили. Ты посмотри, блядь, на него. Ты сюда посмотри. Не базарь так, понял? Мыша галимая. Да пошел в очко. А за что вас остановили? Добрый день. За что вас остановили? А кто остановили? Вот этот? Вот, вот этот? За что ты его остановил? Документы у вас? Он говорит, что остановил. Ага, остановили. Ну за что? Побеседовали и отпустили. За что? За нарушение. Можете ехать. Какое нарушение? Ты доказал нарушение? Кого? А то я вижу, вы тут не пуганые, блядь. Да не пуганые вы. Конечно, мы не пуганы, потому что мы по закону действуем, а ты по беспределу. Номер подцепите на машину. Так возьми, подцепи. Так это ваша машина. Братуха, езжай. Ютуб канал Водос Харьков. Езжай. Подписывайся, смотри, там нормально. Еще раз, еще. Водос Харьков. Понял? Зайдешь, посмотришь на себя. Кого? На тебя. На себя посмотришь. Да. Понял? Себя ты будешь показывать. Говорю, на себя лучше. Будешь показывать. Посмотреть. Будешь показывать. Будешь показывать. За телефон схватился и все, да? Я могу за камеру схватиться. Кого? Там и все, да? А номер, за номер не схватить. А что тебе мой номер не нравится? А где он есть? Номер. Есть, он присутствует. Так вы ездите, как все люди. А я не хочу. А что? Ну потому что. А что не хочешь? Ну потому что. А что? Ну, вот закон, такой. Закон соблюдать тяжело или что? А ну это покажи, как ты соблюдаешь закон. Это всего госномер.
Подцепили и все. Камеру достань мне из беседки. Будешь показывать? Кого? Ну все равно покажешь. Смотри, вот оно перед вами. Вот не оно. Делай провокацию. Вот, какую провокацию? Ну какую провокацию? Я говорю, я сейчас вызову все. Я буду сюда сейчас максимально вызывать всех. Кого? Максимально, блядь, я тебе говорю. Я сделаю, блядь, здесь трэш. Понял? Какой трэш? Будешь какой показывать? Трэш? Какой трэш? Будешь показывать? Я тебе задал вопрос. Ну, я показал. Покажи мне. Я показал. Покажи мне. Будешь показывать? Я показал. Смотрите, ознакомлюсь. Давай, я ознакомлюсь. Смотрите, вот он. Вот. Подожди, Тарасенко, стой. Владимир Степанович. Да, я ознакомлюсь. Тарасенко, Владимир Дай. Степанович. Тарасенко, Владимир Степанович. Все, я вам очень благодарен. Я вам тоже. Все, выписывайте постановление. Что, вы тут таким занимаетесь? Ну да. Забираете документы? Не забираем. Говорит, хотел по базе пробить. По базе? Да. А что ваша тарелка уже не работает? Так вы не решили работает. Здесь? Ремонт а? На тарелке, да. Так вы тут, короче, решили поколымить. Ну, что мы пацаны, решили? А где ваши брезовики? По правилам дорожного движения на каждом автомобиле повинны находиться защитные фартуки. Они хотели на 130-ю развести. А, я тоже, кстати, бухал вчера. Еду именно бухой. Да у меня просто организм такой, понимаешь? Рейки, да? Конечно. Показывай мне посвечение свое. Я показал. Что, не показали? Сняли. Нет, до сих пор. Он мне там тыкает, я не успеваю его ознакомиться. Вы уже сняли его. Уже на видео где, сняли. Где я снял? Где на я снял? Камеру. Где я снял? Ну покажи, едут уже люди. Не, мы просто так не уедем, я его задрачу по полной программе. Да, ваш сотрудник Олега только что с карманом, кого? В кармане ходил с чужими да удостоверениями. Да, он мне передал, когда передал, я смотрю, да. У вас конфликт подарил с напарником. И вы решили взять, положить. Да, подождите секунду. Он, да, вам запрещено брать ждать? В руки. Запрещено. Если человек добровольный. А хорошо, за что вы копейку остановили? А ну скажите мне. Кого? Ну копейку, за что вы остановили вот его? За маневрирование. Слышь, как давай я сейчас 5 раз проеду и попробую мне выписать постановление. Ну а давай. Почему не выписывал постановление? Ну попробуй меня остановить. А вы... зачем сказали, а как вам обратиться? Как вам а попередженность тогда что? Как звали? Ну как обращаться? Что... На канале YouTube там вы посмотрите. Отекает, а я именно там... спрашиваю, не канал YouTube. Вадим меня зовут. Вадим, у вас вы прекрасно знаете. Нет, не знаю, не знаю вообще. Не знаю. Как я могу и знать? И говорите, выписывай постановление. Вы я же не остановил для того, было. Чтобы выписать постановление. Вы видите, вот номер. Вчера там дождь был. Мало ли потеряли. Может, где-то потеряли. По дороге отпал. Смотри, к чему, я, и... к чему я тебе и веду. Я же не подошел, не ругаюсь. Послушай. Ну так или нет? Я же по-человечески подошел. Ты должен подойти? Смотри, я тебе объясняю. Ну, ты а я так и сделал. Подходишь вот к автомобилю такой. Добрый день. Достаешь. Инспектор такой-то, такой-то, все, конфликт уже исчерпан. Ты его да, сам создал. Удостоверение я по требованию водителя предоставляю. Да, он же когда подходит, он должен представиться. Я удостоверение предоставляю. А удостоверение по требованию. Там да. 18.3 написано на вымогу. На вымогу. На вымогу. То бишь я должен остановиться нет, и сказать, не так. Слышите нет, вы. Нет. Нет. Да я посмотрю. Вы, он подходит, представляется. Вы попросили удостоверение, я предоставил. Да, вот так. Да. Но ты предоставил? Видео... Конечно. Да забудь вот это на видеокамеру, объясняю. Объясняю, мы уже это разбирали. Во-первых, вот ты это, пластиковая карточка. Вот эта пластиковая карточка ваша с названием «Полис». Службовое посвящение. Там нету службового посвящения. А что там есть? Но там не специальный написано, жетон. Он имеет в виду, там нет службовое посвящение. А есть приказ, который утверждает ваше службовое посвящение. Опача. И вы до сих пор это не знаете. Не в том дело. Даже девочки об этом мы знают. Мы имеем при себе данное службовое посвящение. Послушай, ты вот так передо мной махаешь. Вот скажи, какое может быть отношение к тебе первое, а второе вы... Подевали формы и начинаете блокировать Вадим, автомобили. Я подошел, вы начинаете хамить, начинаете ругаться. Я ж так, я сказал, я ж так себя не веду. Я сказал, службовое посвящение не буду. Я вошел в роль. Вы понимаете, я не сказал не буду, понимаете? Я тебе могу сказать, я сейчас тут 2 часа постою, ты хер кого остановишь. Кого? Ну вот постоим, вот ты а хер... Мне не надо никого останавливать, если никто не будет нарушать, я никого не останавливаю. Так я буду нарушать, ехать и нарушать. А ну специально. А зачем? Ну потому что я хочу, чтобы вы сделали все по закону. Кого? С
сможете притянуть меня, вопросов не будет. Так давайте с себя начнем. Вы госномер подцепите, пожалуйста. Он у меня присутствует, читай, вот сзади. Сзади, я спереди. А что, он спереди должен быть? Конечно. Где это прописано? Правила дорожного движения. А ну покажи мне. Да вот. Покажи, где в правила дорожного движения написано, что на автомобиле таком-то должен находиться спереди номерной знак. Ну, по вашему отношению ездят спереди и сзади вас номера, это просто так люди цепляют. Ну я откуда знаю, может у них специальные автомобили. У меня вот специальный автомобиль, допустим. Чем специальный? Ну вот он эксклюзивный. Эксклюзивный? Да. Это делалось в Америке, специально гналась она в Украину. Рено. Номера. С чего ты взял, что это Рено? Рено. Ну, похоже на Рено. Ну похоже, я тебе говорю, это эксклюзивный автомобиль. Понимаешь? Что с резиной? Порядок? Да, порядок, все. Не переживай. Лучше, чем у вас заслуживает. Нормально. Лобовое не треснуто, не треснуто. Что там, бабок нету? Что там? Драгер ваш? Кого? Драгер ваш? В смысле наш? Ну, личный. Государственный. Точно? Ну, конечно. А номер можно увидеть, какой у него? Кого? Номер драгера. А зачем он? Ну, а есть такое подозрение, что драгер может быть ваш личный. Да. Государственный. Нет, я вам просто говорю не просто так. А ты будешь с таким сталкером? Какой, хорошо, какой номер драгера? 0434. 0434? Да. Ну, и перед этим буквы, если не помню. У нас вообще 6820 есть номер. Это, наверное, АЛКТ 6810 он называется. 6810. 6810 у нас инвентаризационный номер. А потом идет порядковый номер. Ну, да. Порядковый номер, правильно. А я же говорю, номер АЛКТ же... АЛКТ 6810 он называется. А у нас не 20? Ну их разные. Там некоторые десятого убрали, десятый убрали. Вот пользуются здесь таким. Ну тут суд, наверное, заходит. Ну есть у него поверка, я не знаю. Кто там его что убрал? Ладно, это давайте не кого-нибудь остановим, попробуем рассмотреть дело. За нарушение. У вас вообще он есть тут госномер или нет? Это вообще двойник. Кто двойник? Ну, автомобиль двойник. Я купил, короче, доки. Купил доки. И купил кузов. Ну и, короче, собрал все до кучи. С америкоса пригнали. Тут же ж уже делали, по-моему, вот речь по поводу номеров. Когда-то тут делали ж на это. Давайте слезем на оперативную группу. Все, там, забираем тачку, всю. А я уже через суд буду. Вам оно надо? Ну, кому-то же надо было. Ну, кому-то же это надо делать. Кого? Ну, я вам сообщил о том, что у меня автомобиль двойник. Давайте вызывать следственную оперативную группу. Ну, вызывайте, мне же это не надо. Автомобиль двойник. Мне не нужно вызывать, я вам просто сообщил. А мне не нужно вызывать. Мужики, в смысле, вы что, меня просто так возьмете и отпустите или что? Ну. С двойником? Что, вообще огонь. У вас техпаспорт есть? Нету. Друзья, пост Васильевка. На этот тот пост, на который вы все жалуете, что тут полицейские всех кошмарят, на бабки разводят. Вот мы раненько утром решили проехаться и посмотреть. Ну, естественно, остановили меня, так как у меня эксклюзивный автомобиль. Ну, и вы видели сами, как себя ведут полицейские. Это старые волкодавы, это ГУНП, не УПП. Здесь у нас постоянно стоят ГУНП. УПП у нас в городах есть, я не знаю, тут есть УППщик или нет. Если вас будут кошмарить здесь, запомните одну фразу, одну. Никогда не передавайте документы в руку этим негодяям, потому что может закончиться очень печально. Ну, а чтобы этого не было, вам нужно подучить матчасть. И как бы будет все хорошо. Да ты шо? Кенты ваши? Я понял. Вот, ну, как-то так. А в принципе, что я вам могу сказать? Не давайте себя в обиду. И пишите в нашу группу «Надзор Харьков», еще раз повторяюсь. Ладно, друзьяки, буду заканчивать. Вы знаете, что делать. Там лайки, подписываемся на канал. Ну, а я погнал дальше.